Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы. И мои контакты для записи на личную консультацию, вот они внизу. И сейчас давайте узнаем, что ваш мужчина говорил сегодня про вас. Что он говорил? Говорил, что очень сильно переживает из-за вас. Еще что он за вас говорил, что, к сожалению, почему-то он не может к вам сегодня прийти, приехать, не знаю, вот что-то ему не дает, да, из-за этого переживает очень сильно. Что он еще говорил о вас сегодня, что боится, что вы что-то скрываете из-за того, что он сейчас не рядом с вами. Вот переживает очень сильно и подозревает, что вы что-то скрываете. Очень боится вас потерять. Посмотрите, как переживает очень сильно. И кому он это говорил вообще? Да, о встрече. Мечтает о встрече. Кому он это говорил? Ну, смотрите, к какому-то мужчине черненькому. Скорее всего, друг, знакомый, коллега по работе. Вот кому он все это сегодня про вас говорил.